Я завжди вважав, що футбол – це своєрідний театр. To me or not to me, that is the question. To me or not to me, that is the question. Олег Петрович – это легенда. Это нечто было, это… Удивительно, что он вообще пришел в футбол. Для того, чтобы пьеса смотрелась, для того, чтобы игра смотрелась, нужны профессионалы своего дела. Говорят, вот Вова ногами двигает. Какими ногами? Если здесь нет ничего, то ты не будешь играть нормально. Мама Базилевича хотела, чтобы ее сын стал философом. Чтобы спілкувався с кимось таким, как Кант или Гегель. Вона мріяла, щоб її малюка все життя оточували вірні і надійні друзі. Когда Лобановскому предложили Київське Динамо, перше условие, яке він поставив, вместе з Базилевичем. Якщо у них отака пара була, да? Вот это я не могу понять тогда, как можно было, да? Лобановский согласился с тем, чтобы Базилевича убрать, да? Ну он сказал: "Так, у тебя всё хорошо, я ухожу, всё". Я намагався відволіктись, годинами стояв біля мольберта, писав, ліпив, малював. Він хорошо рисував, Олег, і нарисував якийсь етюд. Довго думав. А потім сказав фразу: «І що мене потягнуло в цей футбол?»